Всем привет, всем привет, ребят, с вами Шмэнга. Вы на канале Ушмэнг, сегодня поиграем в игру под названием Warhammer Chaos Bane. И, собственно говоря, это очень сильно похоже на Diablo 3. И, почитав про персонажей, я понял, что здесь всего 4 выбора персонажа. Элайза какая-то, да, лесной эльф-разведчик, это, я так понял, охотник на демонов, который был в Диабло. Вот про Мстителей я не понял, но это, скорее всего, как варвар, только он гном, а там был варвар. Высший эльф-маг, это обычный маг, и имперский солдат, это паладин из того же Диабло. Я в Диабло бегал последние разы очень много за охотника на демонов, поэтому не вижу смысла здесь также брать... Возьмем Мстителя, посмотрим, как за него играется. Мстители! Легендарные войны, что идут от трупа одного врага к трупу другого. Еще более страшного. Такой дорогой идет и Браги, и он уже зашел уже куда дальше, чем многие его соплеменники. Чем дольше Браги сражались, тем сильнее пылает огонь его ярости, тем мощнее его удары. Мститель живет и умирает ради великой славы и искупления грехов. Браги, грызущий секиру, славится своей прямолинейностью и свирепостью, а также тем, что никогда не отступает. Собственно говоря, его и создаем, и начинаем играть. В детстве нас тешили легендами о ваших предках, как у любого правильного гнома из великого города. И с тех самых пор вы ждали шанса проявить себя, добиться славы, восстановить былое величие своего полузабытого клана. Когда Верховный Гарольд Таргрим злопамятный созвал знамена на защиту Ксхисли от хаоса, вы записались добровольцем в числе первых. Компанию на марш вам составил ваш отец и ваши младшие братья. Долго ждать шанса обогреть топор не пришлось. Оказавшись в ловушке в городских стенах, вся ваша семья Яруса сражалась с целой ордой хаосистов. Хаосистов или хасистов? Не поняла. Все знают, когда войска Савара пробили брешь в воротах, отбросить их и спасти город могло получить столько у гномов. За вашу бесстрашную ярость кислевиты прозвали вас грызущим секиру и чествовали как героя. Но чем больше гремело ваше имя по окрестным землям, тем сильнее алкали вы... Ваше честолюбие накликало на ваш народ страшную беду, когда... Возглавив отряд из 300 соотечественников, вы решили пробиваться из сожженного города к имперцам. Поистину легендарное деяние, но и сам Гримнир не смог бы прорваться через такую орду. Ваша атака захлебнулась, и вы были вынуждены отойти. Погибла половина славных гномов, что пошли за вами, в том числе вся ваша семья. Преисполнившись скорбью и виной за смерть своих братьев, вы поклялись вечно мстить темным силам. И так вы стали мстителем, ищущим искупление в славной смерти на поле брани. Когда грянула последняя битва, вы в одиночку отправились на поиски Асавара из Скулов, чтобы вызвать его на честный поединок. Вы рубили и кромсали врага, оставляя за собой горы трупов, и успели как раз вовремя, чтобы увидеть гибель Лорда Хаоса от рук. От каких-то рук. После битвы вы согласились вернуться в Нульн вместе со свитой Магнуса. В конце концов, новый император пообещал вам достойную смерть, а недостатка во врагах он не испытывал. В конце концов, живо еще столько воителей Асавара. Такое небольшое интро у нас с вами, которое что-то рассказывает. Там было время беззакония и ужаса. Время войны и злых чар. В темнейшую ночь, что так люба ведьмам и злодеям, стражники покрепче сжимают рукояти клинков своих и считают часы до рассвета. Никому не спится. Такое напряжение стоит в воздухе, что кажется, будто его можно порезать ножом на ломте. Вы вспоминаете Кислив и лязг стали. Раскат грома разрывает мертвенную тишину, и вслед за ним диким воющим зверем бросается на башню штормовой ветер. Вы чуете злые чары и слышите ужасные крики. На башню напали. Че это там расшумились-то, а? Пойдем глянем. А для продвижения используйте мышку. Опа. А я где? А, они кого-то там убили? Враг, ха! Хвала чего-то там.
Войди в башню, вхожу. Убить врагов. Убил врагов, дальше в чё? А дальше просто, ну я понял. Да, ну это тот же самый Диабло, смотри. И здоровье упало, на Q нажимаешь, понял. Меня не ударили или ударили? Тебя у меня ударили? Ну ладно, выпей зелье. Поговорить с солдатом. Хвала Зигмару, ты жив. Повсюду монстры, они прорвались в башню. Да, я вижу, вижу. Бодрит, а? Ты Магнуса не видел? Вверху в тронном зале. В сундуке рядом с лестницей лежат доспехи. Бери, что нужно, только поспеши, заклинаю. Так, инвентарь. Выбрать нужную ячейку при помощи мыши. Инвентарь. А, в смысле? У меня нету ничего в инвентаре или что? Или я ничего не взял, подожди. Или я, типа, уже... Или он сразу одел, или нет? Ничего не понял. Навыки есть какие-то, да? Ну, да, смотри, тут древо, в принципе, очень похоже на диаблинский. Или нет? Ну да, 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 да. Сюда потом будет впихиваться это. Ну да, 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 очень на Диаблочку, конечно, похоже. Так, ну ладно, погнали, что там у нас? Убить врагов, убиваю. С каждым повышением уровня персонаж получает новые навыки. Знакомиться с ними можно... Перед использованием навыков нужно покупать за очки навыка. Очки вернулся, если вы решили прекратить использование навыка. Прикольно. То есть на правую кнопку теперь я нажимаю, да? А что они делают? Подожди. А что делает-то этот навык? Что-то я не понял, надо сейчас почитать. А игра останавливается когда? Да, останавливается. Инвентарь. Разрывание надето. Продвинутые навыки. А, я могу на единицу. Ну как, да. Понял, прикольно. Навык архетипа Браги, цепной топор. Этот навык позволяет гному быстро сократить расстояние между собой и противником. Нажми с... А, да ладно. Я, короче, могу... Ёптель, так я ж Спайдермен, бляха! А? Подожди, а можно я чуть-чуть настройки? Настройки аудио. Я вот вроде потише сделал, но я не знаю. Ребят, я вроде делал как бы потише игру. Если меня будет плохо слышно, то извиняйте. Вот так вот, да. А, ну а как вы хотели? Когда вы подходите к тронной зале, то замечаете, что воздух потрескивается. Колдунья Хаоса стоит перед троном, и Магнус, спаситель Империи, пойман в ее теннета. В такой ситуации можно сделать лишь одно. Наконец-то исполнить свою клятву. Покрепче сжав в руках топор, вы кидаетесь в бой. Вы открываете глаза и понимаете, что битва давно закончилась. Колдунья бежала, бросив вас с Магнусом умирать. Злобные крики отскакивают от стен, тронные залы бьют по вашим ушам. Это не стражники, нет, это охотники на ведьм. Ужасный инквизитор, которых ведет Хайнрих Восс. Ты арестован по вине в убийстве императора Магнуса. Вы пытаетесь рассказать Воссу о том, что произошло, но он отмахивается от вас, как от мухи. Я не вижу здесь колдуни, зато вижу себя и полную комнату мертвецов. Покайся в грехе своей гном, угрожающим тоном шепчет Восс. Покайся сам, покуда можешь, а не то придется мне твой язык развязать в подземелье. Перед тем, как охотник на ведьм успевает претворить свою угрозу в жизнь, властный голос жестко приказывает: прекрати это безумие. Браги, грызущий секиру, не лжет, но ты слышишь лишь то, что хочешь. Теклис, хранитель знаний высших эльфов. Теклис осматривает Магнуса в полной звенящей тишине. Он будет жить, хвала богам, наконец произносит эльф. Но ужасное проклятие пало на него, и смерть теперь вопрос лишь времени. Никто не должен узнать о том, что случилось сегодня. Если люди узнают, что Магнус пал, то все деяния его в одночасье станут напрасны. Судьба Империи теперь лежит в наших руках. Мы должны отыскать колдунью и убить ее, пока стало не слишком поздно. Ибо со смертью Магнуса умрет и Империя. Ну, собственно, такая завязка игры, которая... Ну,
достаточно обычное, поговорить с Теклисом в его покоях. Темными ужасными силами полнится этот город, грызущий Секиру. Для того, чтобы найти колдунью, нам придется бросить вызов злому культу, что пустил в нульни свои мерзкие корни. Ты главное мне скажи, как найти, с остальным мы с моим паром разберемся. Враг пришел в башню из канализации, что тянутся глубоко под городом. Мы уязвимы до тех пор, пока эти туннели принадлежат врагу. Первая твоя задача проста, войди в туннели, прогони культистов, не щадя никого. Но будь осторожен, бы даже мне неведомо, какая мерзость может таиться во мраке. Ха! Гремниром клянусь, вот бы и правда таилась. Проникните в канализацию, ну погнали. Тут, скорее всего, будут эти, да, торговцы. Я вот уже вижу, которые могут... Основное задание, а все остальное, ну понятно, что закрыто. То есть будут торговцы, вот в, ну, обычный Диабло. Кстати, по-моему, третий Диабло, я уже давно в него, там тоже же с канализацией, типа, все началось, да, насколько я помню? Или нет? Ну там тоже, помнишь, в дом ты сходишь и... ряд противников требует для своего восполненной энергии. Если энергии недостаточно, то использовать такой навык не получится. Восстановить энергию можно атакуя противника навыками, отмеченными значком. Понял. А, очки ярости, да, это обычный варвар. А, и тут тоже бабки, типа, есть. А такой тебе основной, чтобы отстановить энергию, нажми C, чтобы узнать больше. Не хочу ничего... Давай, бей! А потом будет такая возможность, как в этом, чтобы кто-то собирал за тебя бабки? Да слышь. Так. Да, поначалу, скорее всего, надо будет собирать всякое говнище, типа, ну и бабки, и не бабки, и палатки, и не палатки. Я же так и не прочитал, что у меня на правую кнопку-то, да? А на правую он типа кидает эти топоры, да? Топорики свои. О, вот тут мясо начинается нормальное. А то тут как-то было грустно. Исследуйте туннели. Исследуем. О, ящик какой-то нашли уже. Но, скорее всего, мне нужно какого-нибудь босса сейчас будет убивать, да? Потому что ничего нормального из ящиков никогда не выпадало. Ну, типа, только... Ну, прям, это прям, там, не знаю, везение плюс 100 нужно иметь было, чтобы Диабле что-то выпадало из ящиков нормального. Блин, а у него будет прыжок? Мне нужен прыжок срочно. А там очень медленно, очень все медленно просто происходит, поэтому... Или, слушай, может, нужно было эту взять побольше, эту, наверное, надо было, да? Сложность, наверное, повыше поднять, чтобы поинтереснее теперь играть или нет. Чё? Что он сказал? А, у него ярость кончается. Подожди, а почему у тебя ярость кончается? Бред. Я же в атаке все время. Да, короче, смысл такой, чтобы побыстрее этим... Оп-оп-оп, амулет какой-то я нашел, подожди. Блин, я же там еще что-то подбирал, слушай. А вы атаковать-то меня будете или нет, алло? Что там? Открыт новый навык, последний оплот. Ай, так да подождите. Да блин, дайте в инвентарь залезть. Браслеты троллиборца из барак требуют БВ2. Это в моем инвентаре. А, это я уже одел, да? Ускорение отката, максимальное здоровье, отлично. 37-51. 36, критический урон. Да, давай. Да, нормас. А, этот все, да? А это что-то? А, чтобы сравнить, shift. Хорошо.
А, это я восполняю прям сразу это говно. Все, понял. Так, хорошо. Так, надо все тут открывать, да? Так, а слушай, а тут будет какой-нибудь сет собирать, какой-нибудь сет, да? Скорее всего. Ну, блин, если это Диабли, то должно быть, по идее, да? Так, а секретики какие-нибудь интересно будут или нет? Я секретики люблю, вы же знаете. Тихо, там кто-то был. Вот тут, нет? Послышал. Это вы? Здорово, пацаны. Два фрагмента? Что за фрагменты? Он меня ударил или нет? Стой, что там у меня еще появилось за навык? Последний оплот. Боевой ключ, повышающий максимальное здоровье всем союзникам, накапливает энергию и ярость. А, ну я, да, я понял. Разрывание. Ну, короче, пока не... Пока не... Доступно очков 13. В смысле, это я могу открыть? Или как это? Подожди, очки навыков 4... А, 8 уровень. На 8 уровне, на 6, а у меня уровень какой? 3. А, так я же вообще пососный. Да, короче, я еще долго буду ходить с таким вот этим... А, как он называется? Сетом, да? Ну пока да, пока вообще не, ничем не отличается от... От Диаблихи. От Диаблихи. А почему ты не кидаешь в него? Да ударь ты, ёпту его! Чё? А, потерял ты этот. Да, ну это то же самое, как и в этом, господи. А, подожди, а может быть как-то связаны эти игры, нет? Я просто не особо что-то следил за Диабло. Может быть, там это как-то связано или нет? Ну, типа, просто так пародию на Диабло, типа, сделают? Это как бы странно немножко, нет? Не находишь? Ну, не, ну да, просто чтобы... Чтобы... Опа, ничего себе. Он... Это ты чем кидаешься, падла, тварь? Что там, варвара? Кольцо ученика? Блин, а он, видишь, он сразу одевает, то есть я даже... Опа! Колун... так... Васимур, максимальное здоровье. Конечно. А сапоги какого-то я нашел. Какие-то они грустные сапожки, да? А, кстати, кольцо. Максимальное уровень. А, ну здоровье только повышает, да? What's up? What's up? What's up? Но я, честно, по графонию почему-то еще, по-моему, все то же самое, как в Диабло. Ну, типа, блин, нет? Я просто реально давно уже играл в него, наверное, полгода или сколько, год, наверное, прошел. Вроде все то же самое, не знаю. А, выберитесь из канализации. Так, подожди, мы же еще не закончили. Алло, враг? А как же опыт? А как же всех этих наказать упырей? Нет, не уходим, только деньги собираем. И вот теперь сюда. Да? Карту, а карту можно открыть? А, можно. А, так тут карта так же показывается, как в Диабло. Эй, алло, серьезно? Кого-то уволили из Диабло, а он перешел сюда и сделал это? Объясните, кто знает, как это как это возможно такое? Блин, ну реально, не, ну так просто все скопировать в наглую, типа, ну. Хотя, блин, ну а что... Диабло со своим мобильным приложением, наверное, уже ничего не скажет, да? Хотя, блин, ну... Или что, типа, с Близзардами не считаются уже, типа, в современном мире? Не знаю. Объясните, кто знает, я...
Просто хотелось бы узнать. Какие-то фрагменты. Что за фрагменты я собираю? Почему у меня тут нет фрагментов? А, колонны из барака Вара. Подожди, я почему-то сравниваю что-то с этим. Блин. Значит, ускорение отката, урон 18, 45 здоровья. 48 здоровья, 17 урон, плюс 14. Снижение стоимости. Ну, давай, наверное, оно, не знаю. Амулет семьи, максимальное здоровье, урон от контратаки. Ускорение отката, максимальное здоровье, так. А, так он же сам сразу сравнивает до тебя. А чё ты мне врёшь? У меня два топора-то есть, ё-моё, а ты чё мне не сказал? Я вот так же могу, да? Да, смотри, как по красоте вообще. А это что? Нет, эти покруче, да, синенькие какие-то. Два топора же у меня, да, я что-то не заметил, ребят, извиняюсь. Ну, лошара, блин, чё? Так, так вроде все мы прошли, да, ничего здесь, никаких потайных ходов, по идее, не должно быть, да? На выход тогда уходим, да? А у меня же была задача, типа, всех убить или нет? И я не было такой задачи, по-моему, всех убить нужно было или... вернитесь к Теклису. Пойдем, пойдем, Теклис, здорово, где ты там? Ёпт. Или это! Теперь в том тоннеле не пройти толком. До потолка все тропами завалено. Ну или голубже, если сейчас твари, или я не гном, вот так вот. Это вполне ожидаемо, ведь более всего слугам Нургла по нраву гниль да грязь. Наша битва за этот город только начинается. Хорошая работа. Возвращайся, когда будешь готов к следующему заданию. Награда за 1000 опыта. А 1000 опыта это 100 золотых корон. Ю-ля-ля. Навестите в его покое. Подожди, открылись магазины или нет? Не открылись, короче. Понял. Тогда погнали. Погнали. А мрачные вести доносятся из башни. ВВОС выяснил, что целый отряд телохранителей Магнуса пропал без вести. Похоже, после атаки они кинулись в погоню за культистом и сгинули в канализации. И что стало? Да я бы тоже побежал, как бы не треклятая колдунья, да ее чары. Их нет. Слишком долго, браги. Боюсь, заблудились они в бесконечных переходах, а то и хуже угодили в засаду. Кто-нибудь должен спуститься и поискать их. Так, пошли. А ну пойдем. А ну. Ой, пропустить, пожалуйста. Пропустить, пропустите. А это что, это главный будет босс, типа, да? Чертила вот этот вот. Так, чайку не надо. Найдите выжившего. Глава 1 заблудший. А, то есть пролог мы прошли, да? Уже пошли по сценарию. Давай. Да, что-то я очень много сразу слышу этого потерял. Силы. Не силы, а как называется? Что за фрагменты? Кто мне объяснит, что за фрагменты я ищу? Смысл нахожу. Че какие-то фрагменты? Зелененькие. Что это такое? Почему здесь-то нету их? Подожди, навыки, статус, 830 корон. Это что такое? 788. Цепной топор. Опыт, 800 опыта, да, стал пролог. А это что? Ну, это, наверное, телепорт, наверное. Тут нет ящиков, что ли? Я получил 23 урона, ты чё, охерел? Пёс смердячий. Я сейчас получу, ёптель. Я сейчас получу, я сказал. Фрагмент красный какой-то, да? Что это такое, я пока не понял, что за фрагменты. Поэтому, ну, походу, короче. Стоп. Дай прочитать. Бросок Мстителя надет, очки требуют мощный бросок прямо вперед. Опа, вот это класс.
Вот это класс, вот это класс, вот это да. Так, вы чё, псы войны? Я чё, за вами бегать буду? Вы упыри. Ать, 26? Ох ты пис. Я сейчас, знаешь, что я сейчас с тобой сделаю, упырь? Ну, нет, здесь сейчас, да, ну, поинтереснее, конечно, стало. Кольцо ученика еще какое-то там. Поинтереснее, да, немножко стало, потому что, ну, много против тебя атакуют, когда... Когда против тебя много... Ах ты, сучка! Да, я так и думал, я все ждал, когда же будет тут этот... ядовые эти технологии. Технологии, ну, в смысле, ну, ты понял, короче. Блин, да, надо было, короче, не брать этого. Надо было за охотника на ведьм поиграть. Ну, в смысле, как он там, эльф какой-то, да? Или, ну, ладно, короче, поздно. Да и не важно это, в принципе. Ну, просто, скорее всего, просто за охотника на ведьм. Там можно было отскакивать, там, до 13 стрел, там, всякое такое тут, типа. А тут как бы, через ярость придется все это продвигать. Да, сучка, иди сюда. Так. Тут, в принципе, все, да? А, пассивный начик. Начать спрыгнуть его можно через меню навыков. Так, ну я смотрю, тут ящиков нету, да? Ящиков каких-нибудь открывающихся, да? Сучка, 45 мне этих. Стой, что там за пассивный навык? Подожди. Ой, это что такое? Гребень троллейборца, это куда? Это вот сюда? 3857. Ну да. Прикольно. Так, что я еще нашел? Амулет семьи плюс 25 к здоровью. Урон от контратаки плюс 0,7. Сейчас, подожди. Браслеты, это куда? Это вот сюда? Где? Броня и... Ой, ёптик, да, да. А это типа что за значок такой? А, да, видишь, вот тут из Каракхирна один из пяти вещей. Да, ну тут, короче, все то же самое, как и в этом, да. Пассивный навык-то, подожди, где он тут? Божественный, пассивный. Пассивочка. Злопамятность надета. Очки навыков. Ярость сохраняется дольше. Ярость дольше. Ну, это замечательно. Это великолепно. Так, это великолепно. Фрагменты, какая-то хрень. Ящиков, короче, пока никаких нету, да, здесь? Но я не вижу. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опа, что-то там было, нет? Так, это нам туда, но погодь, давай здесь еще проходим. Тут опыт мы же все-таки. Мы же за опытом пришли сюда, а не просто так.
Так, фрагментов. О, я пропустил. Вон ты, падла, тварь какая. Все, больше ничего нету. Найти выжившего. Леонардо Ди Каприо, что ли? Не. Так, окей. Хорошо. Стой, это не открывается? Ну да, походу, тут на этом уровне типа нету ничего, чтобы можно было... А, подожди, а я вот эти вот-то не проверял. Ну да, ладно, хорошо. Подожди, а почему я нажимал на единицу, а ничего не сработало? На единице же у меня что? Фрагменты, да, пока непонятно, к чему сделан. А, вот, теперь на второй уровень мы, типа, тупо бежим, да? Ну, окей. Че глубже? Вот это говно не разбивается? Не разбивается, хорошо. Так. О, а вот тут разбивается, вот хорошо. О, а эти упыри опять пошли, блин. Да пошел ты в жопу со своим говном, упырь. Сучка. Бешенство. Так, фрагменты, 18. Подожди, давай почитаем, что за бешенство. Ну, бешенство, это, скорее всего, мне просто этот дают. Всё, да? Так, новый пассивный бешенство. Правильно я понимаю или нет? Или неправильно я понимаю? А, нет, бешенство, это вот что-то другое. Бешенство, атака обоими топорами, игнорирующая броню противника. Урон зависит от очков ярости, накапливает энергию. А, мы, то есть, просто тупо его херачим и нам насрать, да? И нам насрать. А, стой, я что-то там подобрал какое-то говно. В инвентарь засунул. Блин, не посмотрел. Ну да, короче, по сути нам нужно через пробел фигачить-то. Ну, типа, мы должны в гущу, потому что у нас ярость накапливается только когда мы машем топорами своими дурацкими. А через ярость можно всякую хрень делать, типа вот такой вот. Опа. Ну и сюда. Блин, не запутаться бы сейчас в кнопках, потому что... Не ссы, не ссы в трусы, я тебя тоже убью. Так, давай-ка сейчас здесь разморозим... Ой, разморозим за это самое. Что мы нашли? Мы нашли кольцо ученика. 34. Да, так, все больше... А, вот, смотри, штанишки. Одевай спортивные штанишки и будем работать над твоим имиджем. Так, 124-217. Конечно. Там еще от контратаки. Получаемся. О, смотри, из Каракхирна две штучки. А Каракхирна где у меня еще? Вот, Каракхирна. Раз-два мы уже нашли. Да? Бараква. Бараква. Есть какой-нибудь бараква? Вот. Смотри, есть. А это не считается, типа, да? Типа за один считается. Ладно, так, чё, погнали дальше-то, да? Чё нам тут сиськи мять? Чё нам тут сиськи мять, когда можно их не мять? Так. А, да, давай. Хорош.
Направо мы пойдем или нет? Ой, стой. Направо? Блин. Да вы что, охерели, алё? С своими стрелами тут не это. И из своего колчана-то стрел-то не доставай, упырь. Это что за говно? Подожди, мы еще там, мы налево не были. Или лево там мы все уже убили? Хотя посмотрим, может там сундук будет. Да? Да, здесь. Да стой ты, ёпт! Убежал он там, ё. Да, ну давай, это, может какой-нибудь сундучок будет, что-нибудь прикольное валяется. Там колечко какое-нибудь. Колечко, кольцо. Видишь, сундук. А в сундуке? Что там? Что там было? Что я нашел? Одну штучку всего и все. Вот это вот? Вот это вот? Серьезно? И вот что? А, ну смотри, это искар... Искар... Ну, а, у меня такого нету. Параквара есть. Ну все, да? А что за кольцо это? Это все ученика. Ну все, 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 да, извиняюсь, ребят. Ну, не запоминаю, потому что, ну, не запоминается что-то. Так, что здесь? Ты охерел? Как ты успел меня ударить-то? Я тебе ж долблю, как этого. Ой, это этот, это, да, это не надо его. Ой, это же... это какашка. Он же вон, вонючка какая. Ой, ёпта. Ты кто такой? Ты кто такой, мать твою, за ногу? А, это они типа... это не... это типа он собрался, типа, да? Или что, трансформер, мать твою, за ногу? А, сука! Ну, сейчас все ляжете у меня здесь. Так, ладно. Так. Опа. Проходик скрытый, с ящичком. У-ля-ля. Блин, сучка, зацепил меня, падла, тварь. Так, сейчас тогда подожди. Что я нашел? А, вот это, да? Или и вот это тоже нашел. Значит, Искар Кхирна. Требуем 6, максимальное здоровье и урон. Утекай. Снижение стоимости чего? Понятно, пока так походим. Да, пока так походим. Так, здесь что у нас требуем уже что? 112, 220. Чего? А, ёпту, я смотрю. Конечно, да. Да, я что-то извиняюсь. Смотри, из Каркхирна уже три вещички у нас есть. Это не может не радовать. А, кстати, сапоги. А чё я сапоги не одеваю? Алё. Ты дурак? О! Сапожки, сапожище, сапожище. А, блин, а мне дадут где-нибудь продать-то это все говно или нет? Здорово, иди сюда. Сапожки-то, да, такие? Так, ты только выжившего не завали, ненароком. Да! Это будет некрасивенько. Так, ящики вроде все разбили. Не, не все. Вот 12 чего-то там. А вот еще бабки. Ты бабки не пропускай. Мне бабосики нужны. Будут, наверное. Так.
Кольцо ученика, максимальное здоровье. Но ты смотришь вот на это, а мы вот смотрим вот на это. Правильно? Правильно. Так вот. Ну, 52, а это 80. Так. Вот и меня. Да не-не-не, у нас все, погнали. Так, у нас все вообще в ажуре. Пойдем этого выжившего. А что там, кстати, внизу? Телепорт какой-то или кто-то откроется? Ой, намок. Намокли трусишки мои, не надо так делать. Потусти, твари! В ловушку нас, мы пытались отбиться, много их. Спокойно, парень. Ты и твои отважно дрались, давай встаем, потихонечку идем обратно в башню. Забрали, всех забрали, уволокли в темноту, так кричали, мне уже не помочь остальным. Выберитесь из канализации. Деньги. Это все? Кого там уволокли? Здорово, братан. Сейчас я немножко ярости поднакоплю. Сейчас. Так, я иду. Так, я забыл, у меня Спайдермен у меня на пробеле, да? Крюк мастера, так сказать. Жалко, не может он... Ну ладно. Поговорите с Теклисом, но опять пойдем к этому мужику. Нашел твоих воинов, крутицы заманили их и взяли кольцо. Ну хотя бы смерть славная, у многих. У многих? А что остальное? Их в плен взяли? Ну а какой толк трупы с собой почем взял, надо сказать, а? Только вот никак не пойму, на кой ляд им пленники? Их не станут держать в клетке, их принесут в жертву лорду разложения. Нельзя позволить подобной гадости произойти. Приготовься к бою, возвращайся, однако же немедленно. Награда за дань 2000 очков. И 150 золотых. Открыта гильдия коллекционеров. Ох, мы сейчас там, да, вот я же сказал, тут будут продавцы. Здорово, братан. В смысле? Какие еще нахер пожертвования? Гильдия коллекционеров собирает и каталогизирует самые разные предметы, даже совершенно бесполезно. Вы можете обменять любой ненужный предмет на очки репутации гильдии. Купить у них ничего нельзя, но за каждый новый ранг репутации вы будете получать уникальную награду. Ну и че мне... Сдавайте предметы в гильдию коллекционеров, чтобы улучшать свою репутацию и получать награды. Подожди, лучше, чем какой? Чем вот этот? Урон 18, 45. Ничего не понял, бля. О! Чем он сравнивает это говно? Я не понимаю. Он же сказал, что он ничего не покупает, а написано продать. С чем ты сравниваешь-то это? С чем ты сравниваешь, ты сучка? В смысле? Так, давайте разбираться. Вот с чем он сравнивает это, я чуть не понял. Удерживать альт, чтобы перенести дополнительный. Вот с чем он сравнивает? Вот можешь это вот это убрать, да, например? Вот он, у него один топор. Вот этот топор плюс 26 и плюс 57. Проверяем. Да. А этот? Максимальное здоровье и урон. Ну да. То есть вот эти два топора получше. Этот нахер. Этот сейчас посмотрим. И этот, кстати,
Ну это 15 плюс 33. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну да, вот эти два топора. Это что, броня максимальное здоровье, снижение стоимости, а там? Нет, оставляем. Так, здесь что, максимальное здоровье? А, максимальное здоровье 38, урон от контратаки. Ага. Да? Репутация 1 всего лишь. Плохо, ну ладно. Так, поговорим с Теклисом, погнали. Где он там? Ну, мне эти шмотки-то пока не нужны, нахер они. А они, кстати, ломаются тут или нет? Ух ты ж, хера себе. Смена какая, смотри. У нас мало времени. Культисты точат церемониальные ножи. Пока мы передаемся праздной беседе. Если прольется кровь наших добрых людей... Не прольется. Клянусь сталью и камнем. Враг сделает все возможное, чтобы не дать тебе добраться до пленников вовремя. Вступай лишь в самую неизбежную схватку и доброй тебе охоты. Проникните в канализацию. Опять что ли? Ё-моё. Да, ну здесь сделано, видите, камера немножко там гуляет, типа это, ну, я не знаю, это как бы... Ай, стой, где канализация? Сюда? А, сюда, да. А, ну это туда же, да, видимо? В ту же канализацию, в какую канализацию? Ну да, вот в эту же, опять же. Основное задание, погнали. Это что такое? Это мне нужно успеть его спасти или что? Спасите пленника. Ой, ёб твою мать. Чего? А чё он не бьёт-то, алё? Я его не могу спасти пока, почему? Ой, и он там что-то сказал, типа... Что он сказал? Первого знаю. Да похуй, что он сказал. А, у меня время-то, смотри, мало, ёпта. Ага-ага. Да бля. Да-да-да-да-да, ха-ха-ха-ха. Да блядь! Идите нахер, а? А, вон там справа где-то. Бля, как к нему попасть? Не, сейчас мы его так сделаем, наберем. Так, вон там, короче, основная часть, да, этих упырей. Блин, вот эти-то сильные, короче. Ну, не сильные, в смысле, а они больно бьют своим ядом. Чай, не то, что сильно бьют своим ядом, а они... Да идите в сраку, ёпт. Ну, давай, давай. Ай. Давай, я готов. Я готов, давай, по очереди. В дырки в маленькие, я вас всех тут сейчас... Перееду. Все? Опа, ёпту. Вот это сильная херня какая-то. Бля. Yeah.
Опа-на. Блять! Чё? Да блин! Ой, успел вроде, да? Или не успел? Я не забуду. Так, все, окей, 6 минут осталось, погнали дальше. Так, погнали дальше, у нас сколько? Блин, мне нужно быстро набить. Потому что мне нужна двойка. Ёпт! Да отвалите, блин, ну дайте... Мне нужно пройти, пожалуйста. Не подскажете, где библиотека? Еще... Сколько мне нужно? Еще троих, типа, да? Сундук. Да блин! Я забываю, не на двойку нужно, а на пробел жать. На пробел, блядь! Ой, твою мать, потерял хпшку немного. Да ты непонятно, что ты никогда не забудешь, а я-то забуду. 4 минуты осталось. Ну вроде, блин, как по графику идем, не уйдем. А, ну нормально, нормально, идем. Так, стоп. А время не идет, все, тогда сидим тут. Сидим тут. Опа, ляма. Уля. Бронебойность, урон, максимальное здоровье. Ага. Штанцы опять еще какие-то. Из Каракхирна тоже. Плюс 37-75. Давай, конечно. Так. Подожди, вот у меня несколько штанишек и еще несколько броников. Несколько броников, да? Подожди, вот давай запомним. 112 и 220. 112 и 220. 112 и 220. Этот покруче еще плюс регенерация, да? Так. Либо вот этот, короче. Либо вот этот. Тут регенерация просто. Ну нет, давай этот, да. Так, топор надо пометить, колечки, да, еще, подожди. А что у нас с колечками? Броня и здоровье 303. Вот что у нас с колечками? В смысле? Ну, не могу. Не понял. А, это браслеты, ёб твою мать. А я думал, это колечко. Так, ага. С топорами надо еще решить. Сейчас, подождите. Туплю. Значит, а что у меня с топорами? Здесь 44 и 102. 44 и 102, да? 44 и 102. Ага.
Да, так, вот такие топорики. Так, и теперь у нас еще требуемый уровень. Вот эти две штучки осталось. Так, что у нас там одето сейчас на штанишках? 109-225, да? 109-225. Броня и здоровье, но там регенерация идет. 0,4. Блин, ну так мало регенерации. Караса-карака. А это, ну блин, ну да. Так, и у нас что-то там открывалось или не открывалось? Ёпты, у нас уже тут открылась и четверка какая-то. Подожди, а я могу еще дикий взмах специалист. Круговой удар топором накапливает энергию, это дополнительная энергия за каждого раненого врага. А на правой кнопке разрывание, а мы пока ничего не можем. Так, а на четверке у нас... Вы подпрыгиваете, силы врезаются в землю, но все равно... А, ну это как, короче, прыжок, все, понял. Ай, да, в обратную... А мне один остался, последний, да. Так, он где-то здесь был, да? Четверка, да, это получается? Вот это заеб... Ой, ну в смысле... В смысле по красоте. Так, выберитесь из канализации. Сейчас мы выберемся. Сейчас, подожди. Там кто-то у нас пел песни мне. Сейчас мы выберемся. Не ссы в трусы. Все нормально будет. Нормально, там это на четверку нажимаешь, там вокруг все это. Все подыхают нах. Так, фрагментов мы тут понаходили, какого-то еще дерьма. Ну мы еще тут еще должны вернуться, потому что там я что-то, по-моему, не собирал, может быть, что-то не. Да блин, опять ты с этим ядом, собака, тварь. Бесишь. Это куда? Это пока непонятно, да? Подожди, не, а он не пишет же, куда это? Это про. Или пишет, подожди, наверху. Не пишет. Тогда. Так, давай-ка тогда. Сейчас. Так. У нас с тобой что-то еще не пройдено. Да, вон, видишь, еще пустые серые зоны. Там, по-моему, оставались враги. Поэтому надо все зачистить. Зачищалку. Может, какой-нибудь будет артефакт интересный? Топоридзе какой-нибудь или что-то типа того. Не, игруха интересная. Надо, блин, может быть, подольше нее, может, на стрим ее запустить. Ты, если что, мой дорогой друг, пиши. Хочешь на стрим? Хочешь не на стрим? Хочешь, я спою тебе песню? Что мешают спать. Так, вот золотиха. Так, подожди. А мы вот по той стороне, видишь, не бегали. А, так подожди, мы там-то еще тоже не были. Помнишь, мы убежали и... А вот, здорово, пацаны. Как дела? Слышь, мобила есть? А если найду? Так, мобил не нашел, золотишко какой-то нашел, так. И все, что ли? О! А вы говорили. Зачем идешь? Не. Так, тут все, да? Да, пойдем теперь туда, по ту сторону. По ту сторону, там посмотрим, что там есть. Блин, ну это Спайдермен вообще зачет. Да? А вот сколько тратит? Ну, он вообще мало тратит, походу, да? Энергитосов. Хотели тут троих уже порезать, прикинь. Вообще, ну, скоты какие. А наверх он может или вниз? Не может. То есть мне нужно что-то... Да, хорошо. Ты чё, псина?
Блять, ой, извиняюсь, ребят. Он еще и попал мне в, прикинь, в ухо прям. И это то, что ли, попал? Или нет? Так. А телепорта здесь не будет, что ли? По идее, должен быть же телепорт, нет? Городской портал какой-нибудь. Интересно. Так. Уже, небось, кстати, появились же эти. О, я фрагмент забыл. 4 фрагмента каких-то. Для чего фрагменты, пока непонятно, да? Или они типа что-нибудь усиливают? Подожди. Не, они не, они пока непонятно, короче. С этими пока непонятно. Ну окей, хорошо. Кто сказал? Иди сюда. Да блин, да, я не умею, короче, отворачиваться. Да ё, чё делаешь-то? Не умею отворачиваться, поэтому вот так вот. Опа, золотишко. Я пропустил. 7 золотишко пропустил. О, фрагментики. Да блин, опять я пропускаю с эти ссаные выстрелы его. Бесишь? Падла тварь. О! Я тут, смотри, вообще не собрал ни хрена. Как я мог? А как же репутацию поднимать? Так, фрагменты нашли, бабосики нашли. О, там много их, да? Подожди, а вот тут я был, тут, по-моему, сундук должен быть, по идее, нет? Хорош, вообще по красоте. Прыжок, короче, самая имбовая вещь. Это этот, короче, гном Гимли из «Властелина колец». Да, наверное, за этого было бы поинтереснее, наверное, поиграть. За охотника на... Ну, за эльфа, или как он там ставлен здесь. Ну, ладно. Не, было бы интересно, потому что я, по-моему, за варвара не играл в этот Диабло. Ой, блин. Ударил меня. Так, ну вот еще один сундук, который мы с вами нашли. Амулет семи, что-то еще. Кто там Ая говорит? И покажи, пожалуйста, мне свое лицо. Я его раскромсаю. А вот, здорово, пацаны. Че, как дела? Увидишь, зато получил, короче, новый уровень. Вот, не зря сюда ходили. Не зря сюда ходили. Да, наверное, лучше, ну, может быть, ну ладно. Но я к тому, что это. Увеличить сложность. Можно тут увеличить сложность? Да. Или, ну хотя да, что для примера. Смотреть игру, Игрусю. Посмотреть Игрусю.
принципе, нормально. Сами решайте, как бы нравится вам такое или нет. Но это чисто Diablo 3, здесь даже как бы, ну, тут не надо... Тут не надо спрашивать, тут как на Диабло. Как Диабло, все, тут все то же самое. Тут они ничего не нового, ничего не придумали. Все то же самое, как и было давным-давно в Диабло. И тут тоже есть мультиплеер, и, скорее всего, также можно, собственно говоря, в кооперативе проходить то, что угодно, и также делать сеты какие-то, создавать, и на сетах выезжать там. Ну, короче, что я вам рассказываю? Если не играли, поиграйте в Diablo 3. Нормально. Игруся нормуся. Кстати, а здесь в логове ничего не валяется случайно? Ну, вроде нет. Пока непонятно только одно, что за фрагменты такие. Для чего они, пока не понимаю. Но... Ну и сеты тоже, как бы, наверное, какие-нибудь другие. А может и те же, я нам знаю. Да, долгий уровень получается. Подожди, у меня на что на пробел? Короче, а на пробел это вообще не тратится энергия, да? Правильно я понимаю? То, что я напробеливаю. Напробеливаю. Жалко, что он не может перепрыгивать с этого на это. Но, кстати, в этом, в Диабло то же самое, по-моему, было. Там только мог этот маг, по-моему, перепрыгивать. Потому что он, типа, телепортировался. Да, блин, да куда ты забрался-то этот Теклис ссаный? Дурак, что ли, совсем? Что так далеко-то? Здорово. Не волнуйся, пленники спасены. Гольцы даже не поняли, что случилось. Отлично. Боги хаоса не наделят своими порочными дарами тех, кто единожды подвел их. Сегодня культ ослаб, а мы стали сильнее. Усилим натиск. Возвращайся, когда будешь готов, и я дам тебе новое поручение. Так, нам опять что-то дали, да, но, ребят, наверное, закончу первую серию на этом. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шамынка, всем счастливо, всем. Всем что? А, покеду, да. Всем пока.